Минут, дорогие земляки, сегодня в преддверии голосования за внесенные поправки в наш основной закон Конституцию, я хочу вас попросить задуматься о вносимых поправках и задуматься о том, несут ли они действительно те изменения, которые пойдут на пользу для нашей республики и для нашего народа. Лично я не вижу в этих поправках ни одно изменение касаемо основного закона нашего, который пошел бы на пользу. Все эти поправки носят декоративный характер, это ширма. Ширма для того, чтобы протащить основную поправку, которая гарантирует несменяемость власти. То есть нам под видом якобы вот этих вносимых изменений, там социальных поправок, поправок, касаемых там семьи, там поправок, касаемых там приоритетов, связанных там с перераспределением властных полномочий, созданием каких-то новых надгосударственных органов, типа Госсовета, да. Это все есть уже как в основном законе, так и в федеральных законах. Поэтому ни по содержанию, ни по сути они не несут такой смысловой нагрузки, которая бы повлияла на нашу жизнь, которая бы позволила нам отстаивать наши права и позволила бы нам что-то изменить в нашей жизни. Поэтому я призываю вас голосовать против вот этих поправок.